Подвеска из серебра 925 пробы без вставок. В покрытиях золочение с элементами выборочного радирования или оксидирования. Вновь мы хотим напомнить, что ювелирный завод «Красная Пресня» наряду со светскими украшениями выпускает также ритуально-обрядовые изделия религиозной тематики. Такие, как, например, эта подвеска Казанской Божьей Матери. За помощью к ней обращались не только простые люди, но и князья или цари. Народная заступница, она помогала каждому, кто попал в беду или испытывает какие-либо затруднения в работе или личной жизни. Преподнесенная в подарок такая подвеска может стать настоящим оберегом для ваших близких. Паспортный вес подвески около 3,5 грамма.